Ладно. И чё? И вот. Это как бы доказательство, что азиаты реально... Но они же там пипец за собой ухаживают. И у них-то и кожа и другая, и генетика другая, и все вот у них по-другому. И поэтому на 40... Да не выглядит он на 40, что ты врешь? Он вообще выглядит там на 19 лет. Вообще милашечка. Я сменила трек сопливый на другой сопливый. Можно не брикеты, а айлайнеры. Они не такие типа вредные. В плане ношения простые. А мы же, по-моему, с тобой обсуждали, да? Мы же, по-моему, с тобой обсуждали как раз. Или не с тобой? Вроде с тобой обсуждали, да, про элайнер. Да блин, их вроде очень мучительно вставляют в зубы туда. Ну, короче, я хочу потом, знаете, пойти в какую-нибудь очень-очень шикарную стоматологию. Ну, прям вывалить бабок, вот, на зубы. И, ну, кстати, вот отбеливание я делала и у своего стоматолога, и она мне показывала, как домашнее отбеливание делать. Я делаю, я не знаю, может, правда такая. Почему-то так. Ну-ка, ну-ка. А тут на камере белые. Странно. Но у меня всегда так было, знаете, что... Ой, я категорию не сменила. У меня всегда так было, что у меня кожа очень бледная. Я прям белая-белая. Удачных карманов. Я брикет носил пару лет. Потом забыл. Со временем зубы опять скривились. Эмба, сегодня с Сильверами погоняешь? Сильверами? Так у меня же 4 зубы. Это получается так полностью надо будет. Так, и чё? Сейчас, подождите. Так. Я про зубы задел. Да слушай, не сказала бы на самом деле. Я как